Привет, друзья! Сегодня очередная вкуснятина. Куриное филе. Разрезаем вот так вот. Накрываю пленкой. И отбиваю вот этой частью молотка. Кладу бекон. У меня варено-копченый. И отрезаю вот так вот по ширине бекона. Скручиваем в рулет. Разрезаю на две части. Одеваем на шпажки. Вот так вот получается. Для маринада кетчуп. Соевый соус. Немного итальянских трав. Растительное масло чуть-чуть. Перемешать. Смазываем. Смазываем с двух сторон и оставляем минут на 30. Нагреваем сливочное масло. Выкладываем шашлычки. Обжариваем с двух сторон до красивой румяности. Готово, друзья. Можно сверху кетчупом. Сейчас разрежем. Курочка готова. Все вкусно, сочно. На этом все, друзья. Всем спасибо. Обязательно пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи.